12-этажный одноподъездный многоквартирный дом на Кашурникова, 2. Местные жители и председатель ТСЖ обратились в фонд модернизации ЖКХ с просьбой помощи о замене лифтов. Те провели конкурс на подрядчика, выбрали подходящего и подписали с ним все необходимые документы. Привезли оборудование и в июне приступили к работам. В нашем доме по улице Кашурникова, 2 закончился нормативный срок работы лифтов. Но мы вынуждены были еще дважды осуществлять продление работы. Продление – это довольно-таки сложная и, в общем-то, ответственная процедура. Мы такие продления дважды делали. В связи с чем? В связи с тем, что на нашем специальном счете, который мы открыли в самом начале, конечно, не хватало денежных средств. И поэтому перед жителями встал вопрос: или мы повышаем плату на капитальный ремонт, или переходим на счет регионального оператора фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области. Собственники проголосовали за второй вариант. Сумма дороже, чем если бы мы оплачивали это дело напрямую со спецсчета. Ну, я это понимаю, и мы на это осознанно пошли, потому что фонд, он же организовывает, обеспечивает все вот эти сложные процедуры и проведение конкурса, выбор подрядчика, закуп оборудования. Это все требует, конечно, вещей. Это дороже, но мы же рассчитаемся за все эти вещи сейчас с последующими расчетами, нежели бы мы сразу с людей брали вот повышенную ставку. Она сегодня 10,07 на квадратный метр. Нам бы приходилось, возможно, увеличивать значительную сумму. Оба лифта российского производства, сделаны омской компанией «Сиблифт». Срок эксплуатации 25 лет. Вот первый уже работает, а второй запустит в октябре. Сейчас остаются только вот все отделочные, заделочные работы, обрамление, регулировка, настройка, ну и отделочные вот эти все дела. В этом году лифты по программе капитального ремонта практически все уже установили. В основном у нас сейчас проводится капитальный ремонт большого количества фасадов и инженерных сетей. Инженерные сети, конечно, незаметны, но все-таки их тоже преобладающее количество. Примерно будет в Новосибирске это около 400-450 домов, ну, в области около 100 домов. Примерно те же цифры были в 2020-2021 году.